Привет, друзья! Сегодня мы подъезжаем к селам тут разным. Кобылянка, еще тут несколько сел. Значит, чем они интересны? Здесь находятся вот такие вот комисы. По-русски это салоны БУ автомобилей. Интересно это тем, что на небольшой территории здесь находятся десятки таких комисов. То есть десятки таких салонов. Машины разные, разные марки, со всей Европы. Все, что хочешь. Есть разные цены. Вот так выглядят эти комисы. Видите? И они довольно-таки, ну, на таком коротком расстоянии. То есть очень удобно, если приехать покупать машину. Удобно, что это все находится в одном месте. И какие хочешь, цены разные. Вплоть до того, что, видите, есть и нелегковые, там, и бусы, и седаны, и хэтчбеки, и кабриолеты. Очень интересная вот такая вот местность. И здесь мы покупали себе тоже автомобиль. Я, естественно, расскажу вам эту душещипательную историю. Потому что это довольно-таки не так просто купить БУ автомобиль. Ну, вы, конечно же, догадываетесь. С виду они все безумно красивые, все, конечно, натертые, такие просто сверкают. Вот. Но купить хороший автомобиль БУ без профессионала, без механика, это я бы не советовала. Потому что есть тысячи просто тонкостей, которые мы, как покупатели, обыкновенно не видим. Мы, конечно, за эту неделю тоже пережили столько, что столько узнали автомобиля, каких-то скрытых вещей. То есть то, что, конечно же, продавцами скрывается. И очень важно это делать с профессионалом. И не жалеть этих денег, которые вы заплатите за помощь и за консультацию. Видите, то есть, ну просто их тут море. Комисы. Очень удобно, потому что обычно в городах они в разных, на разных площадях находятся. Надо там поехать, там поехать. А тут ты приезжаешь, и мы целый день мы просмотрели более 1500 машин. Так, останавливались, выходили, смотрели. Та машина, которая больше нравилась, смотрели ее более тщательно. Интересный факт, что сначала выбирали марку, потом поняли, что марка вообще уже имеет значение. Ну, имеет, конечно, значение, но хотелось найти машину, чтобы она была все-таки цела, потому что, конечно, много машин здесь подкрашенных, подпудренных, как говорится.